вода. Гикалория, Капелька и Теплослав – сказочные герои, которые приехали рассказать детям одного из дворов города правила безопасности. Сотрудники ульяновского филиала ПАО «Т-Плюс» проводят масштабные ремонтные работы тепловых сетей. Некоторые из них находятся недалеко от детских площадок, дворов, домов или пешеходных зон. Чтобы не произошло никаких происшествий, правила безопасности нужно знать с раннего возраста. В игровой форме детям рассказывают и о бережном отношении к окружающей среде. Мусор нужно сортировать. Пластик, бумага, органика и стекло – все должно выкидываться в разные контейнеры. Сказочные герои предлагают рассортировать раздельно пластик, картон и бумагу. Самое главное, что это в такой развлекательной форме и действительно запомнится ребятам. И в рамках даже вот проведения сегодняшнего вот этого урока такого на открытом воздухе в рамках лета во дворах. Уроки детской энергобезопасности проходят в рамках проектов «Безопасность тепла и экология». Кроме знаний, в программе яркий аквагрим, зажигательные танцы и активные игры. В конце мероприятия все ребята получили в подарок книжки-раскраски с основными правилами безопасности. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.